мировое правительство – это просто какая-то конспирологическая тема. Сколько людей, столько мнений, поэтому эксперты, конечно, могут высказывать самые разные точки зрения. На то они и эксперты, которые представляют самые разные слои нашего общества. Я решения президента не комментирую, я их выполняю. А то, что касается отсрочки вступления России вот, от участия, да, я не знаю, как правильно сказать, участия своего представительства в мировом правительстве, ну, я считаю, что это ход правильный, разумный. И еще раз хочу сказать, что... Нет, не еще раз, мы же об этом еще не говорили, наверное, на этом вопросе, да? Важный вопрос. Хочу обратить внимание на то, чтобы нам всем понимать, зачем нам надо участвовать вот в этом вот самом мировом правительстве. Что даст нам это? Вот я, например, не знаю.